Где вот эти штучки? Где вот это? Эйс. Адель Курнбэмен, эйс, ты сверстым, ааа, тюрентер. Эйс. Эйс. А я? Эйс. Так, мы тут узнали, что ты работал в крупной корпорации. Может быть, расскажешь нам какие-нибудь секреты? Вот эти звезды, они, может быть, звездные какие-то там, не знаю, плюются на тротуары или, не знаю, лентяи, может быть. Быть звездой, точнее, быть артистом, это, я скажу, это очень трудно. Но отличие их, это трудолюбивость. Они очень много трудятся. А ты сам трудолюбивый? Я у них этому научился, я думаю. Но наши родные, правда же? Қалай жүреді, әртіске де сондай болып атырсады, халықты алдамау атырсады, сол себептен бізде сондай бір өзіміз ішіне қандаймыз, соны біз өзіміздің жанкүйерлерімізге тура солай көрсеткіміз келеді. Сол себептен, мен мысалы осындаймын, менің атым Эйс, өткені мен Эйс деп қойған себебім сол кореялықтардағы бір еңбекқорлықты көргеннен кейін, ол еңбекқорлық Бағаш жатқан кезінде менің атында біледі. Эйс деген өзінің маманы, өзінің жақсы жұмыс істейді деген маманы біледі. Давай теперь вопрос. Один вопрос от зрителя. Один вопрос. Машите ему сильнее, чтобы он обратил. А почему ты туда ходишь? Иди туда. Давай туда теперь. Один, айхалей берет, пожалуйста. Вот я за вас. Итак. А, да, бір сұрақ бар екен. Сәлем. Сәлем. Менің атым Жансая. Сәлем, Жансая. Сіздің корейский өлеңдеріңіз тыңдағым және соң біреуін айтып бересіз бе? Мен ол әнді қазір орындап берсем. Өзімнің нөмірім ретінде. Тыңдаймыз ба? Тыңдаймыз ба? Тыңдаймыз. Так, встречайте, простите же. Сон, ты мне говоришь, что я сон.